Итак, всех приветствую на своем канале. Посмотрим, что же у нас предстоит ли вам. Слушайте, ну что могу сказать однозначно? Львы все-таки в течение всего ноября будут очень даже довольны. Довольны тем, где они сейчас и вообще своим положением. Как бы все не так было радужно, но все равно, во-первых, у львов в ноябре месяце будет подъем. Что мне говорит о том, что, во-вторых, у вас будет новое знакомство. Новое знакомство с противоположным полом. И вы знаете, человек будет к вам очень серьезно относиться, будет вами восхищаться даже в некотором роде. Еще вижу, что у вас будет какое-то новое предложение в работе, но здесь уже стоп и аккуратно. Так ли оно вам выгодно? Потому что то новое, за что вы возьметесь, вы будете думать, что это ненадолго, и, возможно, это как подработка. Но на самом деле может оказаться так, что это будет намного дольше заработок, намного как бы засасывать начнет, затягивать, и вы даже где-то изменитесь. Поэтому все предложения, которые поступают в ноябре, будьте повнимательнее, взвешивайте, нужно ли вам это. То есть как бы впереди нас ворота. Ворота, они не совсем открыты. Я знаю, много есть, кто занимается эзотерикой, они сейчас скажут, вот, иногда закрываются ворота, чтобы потом открылись двери или ворота в некий замок, да. Но здесь я вижу, что все равно нет, не ваши ворота, как бы не ваша дверь, а так иногда, чтобы навещали, иногда что-то делали. Но я вижу по тому предложению, которое у вас будет, если даже вы согласитесь, у вас будут новые знакомства. То есть прибыли особо не вижу. Вижу, что будете просто вращаться в новых кругах, притянете. Ну и, конечно, вижу знакомство противоположного пола, который будет вами очень заинтересован. И не в плане, что как вы работник, а в плане как женщины. И даже несколько любуется вами. Дальше. Паж мечей. В вашей семье кто-то такой вот депрессивный, начинает депрессовать. То, что вы делаете, это кому-то не нравится, на ком-то это отражается. Но, опять же, хочу сказать, в плане здоровья для львов это некие перепады настроения, связанные с тем, что вам будут несколько, кто-то даже пытаться заведомо портить, а кто-то вот, не хочу это делать, тебе сейчас попорчу или привлеку к себе внимание. То есть человек, который не должен быть в вашем поле видимости, он вдруг у вас встает на горизонте и говорит: «Привет, я здесь», а вы как бы не ждали. То есть из-за этого человека у вас может быть перепады настроения. То есть мы что делаем? Делаем. Да мы ничего не делаем. Мы просто вежливо общаемся. Либо мы вежливо даем понять, что мы хотим, да. Хотите, чтобы вас оставили в покое? Вот так и вежливо говорите. Хотим, чтобы каждый занимался своим делом, да. Ну, это уже я буду делать закрытую группу. И там будет очень много и полезной, и нужной информации. Поэтому следите за новостями. 21 день будете работать в этой группе, кому это будет интересно. Ну и там я буду учить, как нужно с такими людьми обращаться и относиться. Дальше. Смотрите. Здесь к вам будут обращаться. Обращаться кому-то за помощью, кому-то за советом, а кому-то будут обращаться для того, чтобы узнать,
узнать, для того, чтобы воспользоваться. То есть, в общем, кто вас что спрашивает в ноябре, лучше не распространяйтесь, не рассказывайте ничего, ну, как бы это вам не надо. Так вот, стороночку делайте этого человека, и все. Потому что человек с вами пообщается, а потом воспользуется в своих собственных целях. То есть здесь те люди, которые проверены временем рядом с вами, или, возможно, они не выдержали эти проверки, но эти люди есть какие новые. Их оцените, с ним советуйтесь лишний раз, потому что все-таки есть на заднем плане, кто хочет вас где-то в чем-то перехитрить, где-то что-то вот урвать, знаете. Но это не для вас, не про вашу песню, этот человек не будет вас касаться. Дальше. Родной человек будет вас радовать, будет получать известия. Возможно, кто-то из детей будет получать направление на работу, да, что-то такое вот будет узнавать, что-то для него важное, ценное будет с вами делиться. У кого-то просто дети хорошо учатся, да. Ну, вывод все равно остается такой для львов, что все, что идет новое, и вы решите попробовать, ничего плохого в этом не будет. Можете пробовать. У вас начинают открываться двери другие. Если не в этой профессии, то другие. Будьте легки на подъем. Дальше. Вы будете себя чувствовать на коне, на своем троне. Вы самодостаточны. Вы вообще поймете, что вы со многими вопросами можете справиться, и вам это по плечу. Возможно, у кого-то из вас есть такая поддержка, кто вот для вас делает, как бы служит, делает добро, но об этом никто не знает, и об этом никто не должен знать. И еще вас любят. Вас любят. Вы такой человек, что вы притягиваете к себе. Вас очень любят. Ну, всем хорошего ноября. Можно сказать, психологический такой у вас получился прогноз на ноябрь месяц. Всех львов люблю, да и вообще все знаки замечательные. Всем хорошего ноября!